Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет очередной влог. Вы знаете, я вчера тоже начинала снимать влог, но собирались мы ехать в Парк Победы. Я хотела вам его показать. Но, увы и ах, погода вчера нас подвела. Пошел сильнейший дождь, была гроза. И, в общем-то, никуда мы не поехали. Хотя с утра вчера была точно такая же ясная, солнечная, очень теплая погода. Я, как всегда, походила, потом мы съездили на работу. Для тех, кто считает, что я не работаю, я работаю, но имею возможность работать по своему графику и уделять работе ровно столько времени, сколько мне нужно. Сейчас, в общем, час тренировки уже у меня прошел. Пришла какая-то сегодня очередная посылка с AliExpress. У меня их, оказывается, как я вам уже говорила, будет много. Поэтому сейчас посылочку получаем. И, надеюсь, сегодня нам погода не помешает в наших планах. Поедем с вами, покажу вам все-таки Парк Победы. Пришла домой, принесла. В общем, 10 тысяч шагов отходила. Сейчас посмотрим, что нам прислали сегодня, потому что у меня очень много посылок. Ну, метка, не метка. Давай разрезай, метка. Что-то несколько вещей. Придется еще мелкие. Типа. Вот это тапки я себе заказывала. Ух ты, что-то тут вообще. Что это такое? Так, ладно, давай сейчас тапки открою. Посмотри, что тут. Открывай пока конвертик. Что там в конвертике? Я тапки хочу посмотреть. Ладно, кидай свои ноги. Даша у нас бедная. Сейчас мается от жары. Очень-очень жарко. Так, Вань, давай не прорежь. А вот этого и боюсь. Ну все, ты уже прорезала, ты обрывай. А, здесь что-то красное. Ну давай, открывай. А, это кофта. Тебе подарки, наверное. Мама! А-а-а. Так повезло, что я разрезал эту штуку, но не разрезал кофту. Ну да. Так, это костюм это, тебе это спортивный. Не-не-не, это тебе спортивный костюм такой красный я заказала. Померь кофту. По тебе нормальном будет? Сейчас посмотрим. Так, ну что, Вань, устань, пожалуйста. Ваня у меня, конечно, не любитель мерить, но вот смотрите, какой красочный, яркий, красивый костюм. Ну, ты иди подальше, тебя же не видно так. Вон туда куда-нибудь, кухня. Вот, Вань, ну, подожди, спиной ко мне повернись, а то я в прошлый раз... Ну да, о, молодец, и прям прыгай на меня. Пошел на меня прыгать. Вот, 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 супермодель. Ну, в общем-то, попробуй застегнуть его. Застегнуть. Хлопок. Здесь состав хлопок. Ну, конечно, есть вон какие-то тут нитки торчат. Ну, что-то стоимость здесь. Я не могу сейчас по стоимости. Отойди, Вань, подальше. Я не помню уже по стоимости, что сколько стоило. В общем, ну, нормально. Вот как раз сейчас на сезон ему ходить. Вот на такую погоду, когда там 25. Завтра на дачу наденешь, да? Будешь скакать. Только не в грязь, да. Себе заказала вот такие вот легкие тапочки. Я такие покупала себе в Турции. И они у меня уже все, ну, пришли в негодность. Их, в принципе, должно быть много таких на сезон. Какой это у меня размер? Слушайте, неужели они мне малые? Такое ощущение, что как маловато. Ну, может быть, расходятся, не знаю. Вот так вот, просто обычные тапочки, вот так вот выйти. Слушайте, ну, неудобные. Мама, подожди. Неудобные и маловаты. Может, они уделываются? Не маловаты. Они больше для Вани подходят. Ну, может быть, у мамы у нас поменьше нога. Отдам ей. Мне маловато, к сожалению. Так, ну ладно, давай посмотрим, что у нас вот здесь. Костюм пришел, вот такая вот футболочка. Футболочка прям вообще отличного качества, ХБ. Вот ХБ, хлопок, чистейший хлопок и шортики. Вань, один день мы с тобой не дождались, смотри, прихода посылки. Я тебе купила, и вот они как раз таки пришли. Hot by air. И они, смотрите, какие тут с этим. Вот. Я понимаю только воздух. Ну, вот таких костюмов я заказала парочку. И вот таких костюмов я заказала парочку. Ну, видите, как все приходит в разнобой. Так, что тут еще есть? Вот это сейчас посмотрим. Это вот кошмар кошмарный. Я вам, если найду фотографию, покажу, как это смотрится на картинке. Вот Ваня с вещами угадала, а вот это ужас какой-то. Это, знаете,
материал, я даже не знаю, бантики раньше из такого материала делали, нейлон. Ну, то есть вот эта вот сразу штука на выброс. То есть она не дышит, ничего, а смотрелась красиво. Смотрелась красиво. А вот знаете, раньше банты делали вот из этой ерундистики. В общем, кошмар кошмарный. Ну и осталось, что у нас тут еще один пакет. И вот такие вот брюки еще Ваня одни заказала на сменку ходить. Они легкие, дай сюда посмотрю. Они легкие, тоже это хлопок на резиночке. Ну, у ребенка должно быть их много, вот этих брюк, потому что они очень быстро, во-первых, здесь протираются, во-вторых, некоторые не очень аккуратно носят, рвут их где-нибудь в каких-нибудь местах. В общем, вот такие вот темные брюки, допустим, на вечер пойти прогуляться, там спортом позаниматься. Так, харе. А что еще у нас? Что-то еще было. Вот это что такое, я не поняла. Давай сейчас откроем, что это за конверт. Это что-то китайское вот это. А это я все хотела себе, все сережки видела, смотрела, как у них они вроде бы смотрятся. Мама! На картинке красиво. Хотела себе посмотреть, заказала. Сейчас хочу посмотреть, как Мама! Они будут смотреться. Что? Это не товар, вот товар. Вот это товар. Это у Вани любимый товар. Так, сейчас всего откроем сережки. Главное, сколько здесь, смотри. Вроде такие посылочки маленькие, а сколько мусора от этих посылочек. Ну, вот это прям разочарование. Хотела я себе такую яркую кофту, а это прям вот ткань. Это ужас ужасный. Ну, вот стоимость вещи, наверное, я не знаю, 5 копеек. Скорее всего. Так что, видите, на Алиэкспрессе тоже бывает, что угадаешь, а с чем-то не угадаешь. Так, ну и как смотрятся сережки? Вот таким вот образом. Ну, слушайте, мне нравится, как они смотрятся, потому что я люблю такие. Я все хотела такой горный хрусталь. И прям, ну, очень хорошо. Единственное, что здесь, мне кажется, что не очень удачное крепление. Не знаю, будут расстегиваться или не будут, чтобы потерять, возможно, ее или нет. Сейчас покажу вам. Здесь, видите, вот так вот. Вот это вот. Она как бы вот фиксируется на магните. То есть этот магнит, он может, в принципе, разломаться. Так, ну вот, вот так вот. В общем, мне очень нравятся вот такие вот серьги с камнями. То есть вот такие вот можно покупать на Алиэкспресс. Я думала, честно говоря, что будет что-то такое. Ну, то есть как бы заказываешь на пробу, ты уже понимаешь, что, допустим, вот у этого производителя, у кого я заказала Ване одежду, можно заказывать одежду. Допустим, вот у этого производителя, у кого я заказала кофту эту, нельзя заказывать. Мама! Ванюшка надел. Ну, прям вообще здорово, Ваня, отойди. Даже лучше, чем на том китайце, который рекламировал все это дело. Вот такой вот летний костюмчик. Тоже 150, по-моему, рост я заказывала. И брюки хорошо. Ну, в смысле, вот шорты так вот хорошо, отлично. Допустим, на велосипеде кататься. И футболка тоже хорошо. Ну, вот, в общем, угадала с этими делами. Вот, получается, что у тебя две пары брюк с кофтой. И вот такой. Ну, вот такой подобный я, по-моему, еще какой-то. Надо посмотреть, меня в заказе заказывала. Ну, а с этими не угадала. Но у мамы вроде бы у нас чуть-чуть поменьше нога. Может быть, ей подойдут. Они такие тапочки-то мягенькие. Я говорю, у меня практически один в один есть, только вот без этого пальца. А здесь что-то как я этот палец не рассмотрела. Я с пальцем не особо люблю, потому что трется все это дело. Так, куда ты за компьютер усаживаешься? Сейчас все, в Парк Победы едем гулять. Уже? Уже. Заколочки вот такие вот все еще тоже чуть ли в пакете сейчас не выбросили. Маленький пакет. Вот такие вот заказала, потому что периодически нужно волосы как-то убирать. Но вот эти заколки, они сейчас все за копейки продаются в этом, на садоводе. Там прям стоят они очень-очень дешево. Дай иду. Нет, не дам. Ваня, не надо, они ломаются. Смотрите, что сделал уже. Что? Уже что-то отвалилось у тебя там в руке. Что у тебя там осталось? Я вот эту вот штуку забрать. Ну, вот так вот. Ну, я люблю такие. Они уже, конечно, давным-давно не в тренде, но, тем не менее, все равно волосы чем-то подкалывать надо. А Даша что-то у нас сегодня вся в печали. Ну что, вышли с Ваней, наконец-таки мы на улицу. Мама, я просто перепутала, потому что это тоже не самое. Ване нужно где-то еще купить такую светлую кепку беленькую, симпатичную. Потому что черные, они постоянно эти. Темные они нагреваются, да, но не хочется по магазинам пока что еще разъезжать. А покупать, вот видите, как онлайн, очень часто ошибаешься. Потом обратно отправлять все это не очень хочется. Все, счастье есть. Ваня увидел воду, значит, счастье есть.
Приехали мы к нашему пруду. Шикарно! Я наслаждаюсь. Для меня шикарно. Реально, я тебе... Бедные соскучились. Ну, здесь вот как бы тоже вроде по идее запрещено, но мне кажется, здесь чистая вода. Если ее не пить, ничего страшного не произойдет, если тут... Она дождевая, наверное, столько дождей шло. Дождей. Да мы с Ваней сами в том году здесь купались вместе. Или в Пазатом мы здесь. В Пазатом. В том году это все ремонтировалось. В общем, где-то даже видео есть, где мы тоже плещемся в этой водичке. Ваня такой счастливый, еще маленький, но уже плещется. Но самая, Оксана, красота будет сейчас вон там дальше. Вот она, моя любовь, моя радость. Вот сюда я очень люблю и на велосипеде, и пешком, и как только никак. Красивая, да, Оксана, очень это набережная, шикарная. Здесь погулять, полежать. Ну, уток только нет. Вон там специальные эти лежаки. А я уткам... А я уткам еду взяла. Эх, утки. А мы сейчас перейдем с вами вот на ту сторону. И там, видите, тенек. Там найдем мама, сейчас лавочку, как, и там посидим. Мама, а как мне тогда играть-то? А мы найдем где-нибудь с насыпью рядом, чтобы ты мог туда к насыпи спуститься. Сейчас попробуем, пойдем, посмотрим. Должно получиться. А как идем? А вон там переход налево. Там мостик, видишь, вон сделали. Раньше мостика не было. Пляжная в обратную сторону. Можем с обратной стороны пойти, где пляжная. Пойдемте. Пляжная там сторона. Пойдемте. Давай, там тоже качели. Немножко. У меня сзади воду я взяла с собой обязательно, потому что в такую жару обязательно воду. И взяла уточкам сегодня, нарезала им эти морковку, яблоко, потому что здесь обычно всегда утки. Жарко, и уток никого нет. Они, скорее всего, под нами. Слушай, здесь на велосипеде, да, можно кататься по этим дорогам? Нет, здесь на велосипеде нельзя, запрещено. Велосипед вон там. Катайся, я тебе почему и говорю, поехали сюда на великах. Нет, Оксана, я... она отлынивает. Не в этом дело, я не могу в такую жару. Прошу это понять. Вечером. Вечером у нас вот пойдем до Макдональдса пешком сегодня. В общем, вечером пешком хожу, некогда, не хватает светового дня. Но мы послезавтра опять дождь, послезавтра вот, опять дождь обещают. Ехать. А как ты в дождь-то поедешь? Одел кепку на голову, вперед. Вот все. Это вот мы ждали. И вот мне даже вот в центр Москвы неохота ехать, да? Да, зачем нам вот туда ехать, если у нас, смотрите, какая Москвы, прелесть здесь. Когда погода... соответствующая. Зимой люблю ездить в Москву гулять. Ну да, когда праздники какие-то. Нет, я люблю, мне Царицына нравится. Очень. Нет, Царицына нравится. Но Царицына, понимаете, столько времени у нас на дорогу уходит. А по факту, ну, уточки, тоже там... в тени все плавают. Да, ну пойдем сейчас у меня. Есть для уточки еда. У Вани есть машинка, которую он очень хочет здесь утопить. Вчера и так, и сяк ищу. Ну, входы и выходы, что я уже вчера позвонила, в общем, я вот интурист, позвонила ему узнать, что с какого числа они принимают наших туристов, ну, я имею в виду из Москвы. Они сказали, только с 1 июля, а с 15 они открыты для местных. Да. Так вот сейчас цены 100 где-то, ну, 100 тысяч на 12 дней. Как вы думаете, в июле какие цены будут в Ялте интурист? 300! Я за 300 лучше в Турцию поеду. Да и в Турции 300. Чем в Ялту интурист. Не, ну согласись, то ли 300 в Турции, то ли 300 у нас. Дело в том, разница что я огромная. Для себя решила так, не дергаться, ничего. Вот будет сейчас, 15 июля, откроются границы. И будем покупать билеты. И будем покупать и билеты в Турцию, да. И бронировать апартаменты. Нашла чудесное пока на пляже Клеопатра, семейный. Да, мебель пишут немножко ушатавшаяся, но... двухкомнатная, с Wi-Fi, как нам нужно, в центре, одни кафешки. Не, ну и я самое тоже интересное, не маму с Ваней оставил вечером. Да. Они, допустим, и пошел гулять. И пошел изведывать все. Можно также я нашла и в самой Анталии. Тоже, значит, где вот эти водопады, как их? Водопады Дюдена. Водопады Дюдена. Тоже отель есть. Ну, что-то мне в Аланию больше хочется. Ну, поедем в Аланию. А можно 15 дней в Аланию, 15 дней в Анталии? Нет, я бы не так. Я вот вообще хотела бы, ну, в Алании, а потом примерно день рождения свое в Анталии отметить. Ну, 17 августа. Ага.
и побыть, то есть заехать 17-го днем, отметить шикарным отели, ну, типа Ромады Плазы, и потом 19-го улететь. В общем, планы, посмотрим, что у нас будет из этого. Но я тоже решила не размениваться. Конечно. Потому что я посмотрела вчера Крым с 1 июля. Ух ты! Лучше Турцию подождем. Вот такое вот у нас поле. Ну, пойдем здесь где-нибудь. Мам, нет, зачем дальше? Дальше песок. 37 градусов, да? Ух ты, сейчас показывает 14-10 и 30. Ну, 37 это что-то врет он? А 14-10 не врет? Давай где-нибудь, чтобы людей не было, подальше. А то сейчас же, если людей снимешь в купальнике, детей. Тем более, у меня мотивация. Я как бы стройнею, правильно. Вес он плохо сейчас уходит. Ну, наверное, конечно, сказывается, что не молодею. Да. Но, тем не менее, хочется 1 августа уже быть во всей красе. Ну, хотя бы в шорты, да. Ну, хотя бы уже четко весит 48 размер, а не 52. Хотя мне написали, у вас и 54, и 56. Да 52 четко. И 60, наверное, уже. Так, Иван, сейчас такая у тебя будет. Блин, хоть бы мы с собой бы взяли подстилку, что-то ничего я не догадалась. А ведь в машине, идите в машину, там два этих покрывала. Ну, вот спасибо, до машины. Давай, сколько здесь идти? Я лично не пойду. Я лучше буду пачкаться и стираться. Так, ты снимай, пожалуйста, сейчас носки, кроссовки, и если хочешь, можешь вот здесь влезть. А мне не нравится, что это сетка тут. Ну, сетка держит камни. Смотрите, агари, семейство агари. Я взяла яблоки, в общем, морковку, не знаю, едят они или нет. Сейчас хочу их покормить чуть-чуть. Я так понимаю, сегодня не вариант. Ну, почему не вариант? Вон, иди, играйся. Вон, иди, я же тебе сказала, вон, иди, играйся. Какие птенцы, лапочки, да? Сейчас я им... А, вон у них кормушка лежит. Сейчас пойду в кормушку положу. Как? Я не знаю, можно им или нет. А как я их позову? Сейчас они придут. А, кушают они это. Я им яблочко и морковку сделала. Ну, вымочился весь. В общем, не едят. Но мне здесь, конечно, побольше хочется побыть, но Оксане сейчас срочно нужно... Ну, не знаю, Вань, может, нам с тобой остаться, если Оксана сейчас уезжает? Можем, через час поедем. Чего, час не хватит погулять? А, хватит. Пойдемте там тогда, потяни, погуляем сейчас. Ой, ну здесь прям вообще... Покупать машинку? Ну, купай, купай. Что ты выгоняешься? Давай, Ваня, можно и нырять. Нет, нырять не надо. Мама, а. Носки. Снимай. Ну, снимай. Вон там, оставляй рядом с рюкзаком. Да. Завтра, сейчас вот Наташе я позвоню, они едут или нет. Если нет, можем завтра сюда приехать. Вон, рядом с рюкзаком, оставь на траве. С тобой главное, чтоб нам не стареть душой. Жизнь вверх завитком, виток,
и ради лет ползет. Ты как воздуха глоток. Аня занимается тем, что топит машину, топит свои кроссовки. И получает от этого кайф. Ничего не меняется. Был он маленький, ему было 2 года, он там в грязи сидел, месил. Вон там, как сейчас помню, мы приезжали. И сейчас то же самое. А завтра, кстати, можно будет, тогда у нас сейчас сорвалось. На завтра хотели мы шашлык-машлык, а друзья не могут завтра приехать. В общем, в воскресенье договорились с ними. Поэтому завтра на школьное озеро вам покажу поближе. Ура, к нам. Школьное рядом озеро. Школьное. Мы туда можем пешком дойти, можем тоже на великах доехать. Еще смогу помочь. Завтра с вами школьное посмотрим. У меня, знаете, самое главное, когда все дома приготовлено. Вчера сделали огромную-огромную кастрюлю с окрошкой. Андрюша сделал. Нет, Андрей вчера все сварил, я порезала все, соответственно. Вот. Это, у Вани тоже, слава богу, борщ есть, суп есть. У меня это индейка есть приготовленная, помидоры есть. Ну, а вот мы сейчас так вот легко очень питаемся. То есть я вообще практически убрала все гарниры. Но вчера, Оксана, чуть ли я слюной не задохнулась. Ну, во-первых, я резала окрошку, а мне уже было нельзя, соответственно. Ну, я вообще ее не буду. Ну, я себе что сделала вчера? Вместо окрошки, ну, как бы Андрею с Ваней так, а себе сделала огурец, яйцо и кефир. Вот, вот это вот у меня было мое удовольствие. Вот. А Ваня делала картошку в мундире с маслом, с этим, с растительным, с пахучим, и с помидоркой. И когда я все это резала, такой аромат этого растительного масла с запахом. Это да. И эта картошка, и это было где-то, наверное, 9 часов вечера. Мне казалось, что я сейчас проглочу вот всю эту тарелку, которую так, я Ване делаю. Но, тем не менее, в общем, удержалась. Взяла джермук, попила джермук. Смешная такая Ваня говорит: Ваня, ты готовься к выносливости, к магазинам. Ваня, ты же знаешь, что у тебя есть 2 месяца на подготовку, Ваня. Все торговые цены. Слушай, я, говорит, лучше в номере посижу, Ванюк. Сейчас по этим дурацким магазинам. А что, чем тебе магазины не нравятся? 25 миллиардов магазинов. Вань, так это было в том году. Там уже все поменялось, нужно снова походить. Ваня. Ой, смотрите, какая красота. У нас тоже, кстати, очень красивая природа. У нас тоже, а еще где? Не, ну она везде красивая, в Крыму красивая, допустим, очень. А, в Геленджике мне очень-очень понравилось. Ну, в Турции бесподобно. Но у нас тоже, смотри, вот дизайн какой. Ведь деревья, смотри, шапками какими стоят. Подстриженные. Мама, можно мне боржоми возьмем? Куда боржоми? Ну, куда поедем? Можно, конечно. Ваня, у меня, знаете как? Мам, можно спрайт? Я говорю: нет, Ваня, спрайт тебе нельзя. Ну, а колу нельзя. Ну, а боржоми тогда? Ну, боржоми можно. Ну, ладно. Хоть что-нибудь, но с газом, слышишь? Мне все равно хочется. Ваня сказал, что ему от теплой воды больше хочется пить. В общем, здесь у нас супермаркет Билла есть. Пойдем сейчас, у меня ребенок. Кому что, ему боржоми. Так, черешня, ага, 299. Еще хорошая черешня? Хорошая черешня вроде по внешнему виду. И абрикос хороший. Абрикосы 119. Помидоры, кстати, хорошая цена, 169 рублей. Смотрите, какие крупные. Так, а здесь вешать надо, нет? Или на кассе? Смотрю, мясо здесь прям хорошее. На шашлык можно взять. Я замариную его. Давай. Хватит нам кило 200. Ну, мы еще этот индейку возьмем. Уже сразу. Подожди, а что еще? Может, вот такую... А, котлета на косточке нам не подойдет. Может, вот такую корейку еще свиную взять? Корейка 186 тоже пойдет. Я замариную. Нет, и еще эту индейку надо посмотреть. Есть здесь индейка? Так, рококо, филе. Вот медальоны, цыпленка вообще. Самое оно. Петелинка. А здесь какая-то старая цена, новая цена. Карта нужна, у меня карты нету.
Вот возьмем. Вот возьмем. Вань, ты что там прыгаешь на месте? Лук? Есть у тебя? Нету, кстати, лука. Надо лук взять сейчас. Возьму, пойду. А, вот соусы, кстати. Сейчас посмотрю, терияки здесь есть или нет. Так, кикоман, сенсой. Вот. Это кикоман соевый. Нету терияки. Классический. А, вот он терияки, кстати. Но это какой-то немножко другой. Но можно попробовать. А, с кунжутом он просто еще здесь. С добавлением кунжута. Так, даже гранатовый. Но я вот с терияки замариную. Отлично, столько разных приправок. Мне понравился этот магазин. Я ни разу не была в Билли в этом. И большой он такой. Ассортимент очень хороший по колбасам. И по мясу, да? А, молоко мне надо. Молоко, кефир на вечер. Молоко, кефир. Молоко 1,5%. Я вот это вот очень люблю молоко. Мне нравится. О, это кефир, кстати. Ну, кефир я возьму. Можно мы вот это возьмем? Возьми, Вань, бери, что хочешь. А вот это что, плохое? Ну, это кефир. А, нет, мне просто нужно 1,5%. Сейчас, подожди, для кефир мне тоже надо 1,5%. Это, собственно, или 2. Сейчас пойду возьму. Вон там молочка-то вся основная. Вань, давайте сразу здесь агушу возьмем. Ваня на агушу, он без нее жить не может. Упаковку в день он выпивает. Подожди, нормальный срок? Да, срок хороший. Ваня уже знает, что за сроками надо следить. Здесь эти палочки творожных нет твоих? Посмотри, любимый. Нет, нет. Так, вот оно, молоко, Оксан. А я вот это всегда беру. Но это 3-4, а мне надо 1,5. Есть такое 1,5%? Мне оно нравится, прям оно неделю не портится. Не знаю, что это за фирма такая. А не подскажете, вот такое вот 1,5% есть? Нет. Нету. А я что-то здесь вообще 1,5% не вижу ничего. Так, где, Вань, боржоми? Ищи. Вон там справа где-то боржоми классные. А мне джермок надо взять. Иди. Дальше иди, по-моему, где-то я вот. Вот, вот она. Боржоми, на. Еще вторую на сейчас. Попьешь одну вот здесь, одну дома попьешь. Так, а мне джермук надо. Джермук что? Вот он, джермук. А я джермук вечером, когда хочется сильно есть, выпиваешь, и вроде как голод отпускает у тебя. В общем, сейчас уже в конце подъезжала на велосипеде к дому. Выезжает дедушка такой на автомобиле. Такой дедушка солидный, в очочках, такой, знаете, лысый, и чуть-чуть там волос, как у папы у моего. И там на такую громкость поставлен Рамштайн, знаете, такой в очочках сидит, такой, боже, одуванчик, там такой Рамштайн играет в машине на полную катушку. Это я к чему? К тому, что все мы остаемся в душе детьми, независимо от нашего возраста. Вот как ты могла сломать вот эту вот фигню? Ну, она потому что китайская. В общем, дорогие друзья, на этом у меня сегодня все. Всем, как всегда, здоровья, добра, позитива, хорошей погоды, потому что сегодня у нас погода просто замечательная, и настроение от этого тоже замечательное. От велопрогулки, от погоды, от компании и от всего прочего. В общем, прям... кайф. Все. Пока-пока. Увидимся вновь. Убегая от снов и от прожитых лет, все равно ты себе не изменишь. И от жизни возьмешь только то, что тебе даст Господь, и ни больше, ни меньше. Оглянись за собой, сколько в жизни сплелось, сколько судеб к тебе прикоснулось.